Деятельность флагмана цветной металлургии страны Алмалыкского горно-металлургического комбината находится под пристальным вниманием государства и общества. При этом вызывают уважение не только производственные достижения, но и многоплановая работа в социальной сфере, в том числе всемерной поддержки дружениц подразделения АГМК. 19 октября на комбинате побывала творческая группа журнала «Саадат». Главный редактор Мунавара Усманова, заместитель редактора Махмуда Сагдулаева, ответственный секретарь Фируза Арипова и знаменитая поэтесса Кутлибека Рахимбоева. Для справки, журнал «Саадат» – общественно-политическое литературно-художественное издание «Женщины Республики Узбекистан». Первый номер вышел 1 декабря 1925 года под названием «Новый путь». Материалы в нем стали зеркалом жизни для более активных женщин Узбекистана. С 1966 года это издание носит название «Саадат», войдя в миллионы домов, став настоящим источником просвещения, дорогим советчиком для подписчиц. Главная цель визита творческой группы издания на АГМК – это ознакомление с деятельностью женщин, работающих на производстве. В сопровождении представителей информационной службы и Совета профсоюза работников АО «Алмалыкский ГМК» гости побывали в нескольких подразделениях комбината, в том числе в цехах Центрального ремонтно-механического завода и в энергоремонтном цехе управления электросетей АГМК. Представители редакции журнала смогли не только воочию понаблюдать, в каких условиях работают труженицы различных профессий, но и пообщаться с руководителями и профсоюзными лидерами цехов и участков. Узнаете, какая работа ведется в сфере социальной защиты женщин, их профессионального роста, активизации роли женщин в общественной, культурно-просветительской, спортивной жизни предприятий. Одним из пунктов экскурсионной программы стало посещение санатория-профилактория Совета профсоюза работников АГМК. Творческая группа журнала ознакомилась, какие условия предлагаются для оздоровления тружениц комбината и членов их семей. А затем была организована встреча творческой группы журнала «Саадат» с работницами Алмалыкского горно-металлургического комбината. В ходе открытого диалога с читателями главный редактор издания, заслуженный деятель культуры Узбекистана Мунавара Усманова, отметила, что независимость дала «Саадат» новую жизнь и новые темы. Аналитические, просветительские и критические статьи стали выходить в рубриках «Ключ к предпринимательству», «Женщины 21 века», «Осторожно, люди», «Женщина и политика», «Всемирно известные дамы». Были созданы такие страницы, как «Первый шаг», «Суинчи», «Тонкие тайны сердца», «В вашем доме растет девочка». Коллектив редакции делает все возможное, чтобы найти отклик в сердцах читателей, помочь им советами, воодушевить к новым свершениям. Завершилась встреча беседой по душам, в которой гости ответили на вопросы своих подписчиц, пожелав им удачи и семейного счастья.